Высшая школа государственного аудита работает благодаря общим усилиям МГУ, РАН и Счетной палаты Российской Федерации. Учащиеся получают полную базу фундаментального образования университета имени Ломоносова и уникальные специализированные знания, которые нужны для государственного аудита. Отбор на факультет суров. Помимо высоких экзаменационных результатов, особое внимание уделяют уровню владения иностранным языком. Важно, что гимназия лингвистическая, потому что все финансовые стандарты аудита, все на английском языке. И для нас язык – это иностранный язык, непременное условие. В расписании учеников Одинцовской лингвистической гимназии английский, французский и немецкий языки. В планах руководства найти и преподавателей китайского. Возможно, в этом поможет взаимодействие с МГУ. Стороны собираются в ближайшее время запустить совместные образовательные программы. Целый комплекс занятий будет в дистанционном режиме, в режиме онлайн. И мы сегодня договоримся об обмене, о совмещении, о сопряжении, как сейчас модно говорить, наших сайтов и о проведении целого ряда занятий вот в таком компьютерном режиме. В планах сторон организовать и сотрудничество в культурно-спортивном плане. Сергей Шахрай отметил, что Одинцовский район является столицей российского бадминтона. Проректор МГУ явно знает, о чем говорит. Кроме научной работы, он занимается руководством Национальной федерации этого вида спорта. Во время экскурсии по гимназии Сергею Михайловичу показали спортивные и музыкальные залы. Реальность показывает, сегодня наиболее востребованные в России специалисты – это профессионалы узких направлений. Им характерны знания из самых разных научных областей. Две трети сотрудников Счетной палаты имели образование, высшее экономическое образование. Листаю дальше, практически все из них идут за вторым высшим юридическим образованием. Потому что мало знать экономику, закономерности, уметь организовать экономический анализ, надо это все воплотить в какие-то решения. И тех, кто нарушает законы и ворует бюджетные средства, привлечь к ответственности. Сегодня ведущие вузы страны создают факультеты, позволяющие объединить несколько фундаментальных научных направлений. Преподаватели Высшей школы государственного аудита будут рассказывать одинцовским гимназистам об актуальных профессиях. Планируются и программы повышения квалификации для учителей. Святослав Савенков, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».